Ариару, моя маленькая Люси, покушать, и мы продолжаем играть в Kerbal Space Program. Я хотел бы попробовать выполнить задание по доставке туристов. В общем, я решил немножечко изменить конструкцию нашего керболета. Нам просто нужно доставить двух туристов на желаемые места. А где эти желаемые места, сейчас нам предстоит выяснить. А, они желают пролететь около Луны, то есть выйти на ее орбиту. Ну, с этим, я думаю, проблем не возникнет. Запуск ракеты. Включаю автопилот на орбиту Луны. Отстыковка первой ступени. Отстыковка второй ступени. Одного мы привели, туриста. Замечательно. А второго нужно скорректировать орбиту вокруг Луны. Выполняю протокол выхода на орбиту Луны. Мы вышли на орбиту. Все замечательно. А теперь их, я так понимаю, надо вернуть обратно на планету. Выполняю протокол по выходу на орбиту Кёрбина. Внимание! Не хватает топлива для входа в зону влияния Кёрбина. Выполняю аварийный протокол торможения монотопливом. Выполняю протокол торможения об атмосферу. Включаю двигатель на жидком топливе. Внимание! Топлива не хватит для посадки на базу. Включаю протокол посадки на пересеченной местности. Основываясь на данных спутников, выбрано оптимальное место для посадки. Выполняю снижение и торможение аэротормозами. Поздравляю с успешной посадкой. Замечательно, мы приземлились. Нельзя сказать, что полет произошел без сюрпризов. Но тем не менее, думаю, это было... Удачный полет, как минимум из-за туризма. И мы выяснили то, что нужно переделывать немножечко самолет. Тем не менее, нам денежек за это прибавили. Сейчас я займусь переделкой корабля. Я посмотрел, у нас, так как финансов не хватает, решил выполнить пару миссий, в том числе и по выводу наших спутников на орбиты. Я думаю, для того, чтобы заработать денег, хотя бы небольших нам хватит этого всего. Вывожу спутник на требуемую орбиту Кёрбина в автоматическом режиме. Таким образом, мы выходим на орбиту, осталось продержаться всего и каких-то 10 секунд, и задание выполнено. Ура! У нас есть задание. Пессимистические данные на минусе. Отправлять туда самолет не имеет смысла, потому что там в пределах низкой гравитации возможно то, что мы наебнемся, и вся наша операция пойдет коту под хвост. Но тем не менее, у меня есть тут такой вот аппаратик интересненький, который я построил за кадром. Он представляет из себя просто муноход, ну или планетоход. По почве ход, без разницы, как он называет себя. И предназначен сугубо для того, чтобы собирать данные с различных планет. Я его проверял. Проводил симуляцию с ним. Он довольно себя неустойчиво ведет и так и норовит перевернуться. Надеюсь, с помощью автопилота я смогу его усмирить. Осталось дело за малым его попытаться как-то запустить на другую планету. Активирую протокол по выходу на орбиту. Выполняю протокол посадки ступени. Внимание! Ошибка протокола привела к аварийной посадке ступени на воду. Но благодаря мне все прошло успешно. Спасибо мне! Активирую протокол по выходу на орбиту Минмуса. Начинаю торможение. Дальнейшее автопилотирование невозможно из-за недостатка данных. Передаю управление в ручной режим. Стегиваем этот двигатель. Управление делаем из нижней точки. Управлять отсюда. И ставим себя для начала против движения. Вот, теперь мы правильно падаем. Замечательно.
Пока мы летим, мы умудряемся еще собирать всякие научные данные из поверхности. Даже в полете. И теперь у нас должно произойти при минусинении. Если есть такое слово правильное. Замечательно. Я пока не хочу убирать наши топливные баки, потому что это не так необходимо. Пускай лучше так будет, потому что лишнее топливо, лишняя нагрузка на аппарат делает его более стабильным. Так, теперь мы должны управлять отсюда, если я правильно понимаю. Сейчас попробуем проехаться немножко. Да, замечательно, мы едем все правильно, и управление у нас правильное. Замечательно. Тормозим потихоньку и делаем наши исследования. Замечательно, мы вроде провели исследование. Теперь наша задача довести этот корабль, для начала сохраниться, довести наш корабль аж до сих пор. Для этого мы в MechJab вот добавляем waypoint сюда, и мы по идее начинаем ехать. Если правильно я понимаю, это waypoint. Электроэнергии у нас практически не бывает, она постоянно полна, мне нам хватает 4 солнечных панелей за глаза. Надо было сделать их свертываемыми, потому что в случае чего... А, нет, я даже это предусмотрел. Я сделал тут солнечные панели, которые в случае чего смогут снабжать наш аппарат резервные, то есть солнечные панели. Замечательно. Собранных данных достаточно для автопилота в указанную область. Дальнейшее участие биологического куска мяса не требуется. Продолжение следует.